Ой, боже. Чё, потолок изменился. Шалкеры мне тут в доме поставили. Я спал. Такое странно то, что потолок изменили. Стоп. А где выход? Подождите-ка. Обои какие-то. Где выход? Тут был выход давно. Подождите-ка. Мне кажется, тут они чуть-чуть слазят. Так. Не понял ничего. Опа. Но это пока что здесь. Ага. Так, пробираемся. Надеюсь, я окажусь в своем любимом переездке. Наконец-таки я оказался в своем любимом переездке. Почему-то деревья пожелтели. Но почему переезд? Где мой старый переезд? А где он? Непонятно. Деревню тут восстановили. Смотрите, там какой-то огромный дом строят. Пойдемте спросим. Вдруг что-то есть у них там. Так, ну, конечно, остановлюсь, короче. Пошли тоже. Кажется, смотрите, у них тут колючая проволока. Вот охранник стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно посмотреть, как вы тут строите? Я просто там на переезде работаю. Очень интересно. Хорошо, проходите. Спасибо. Смотрите, ребятки. Вот здесь всякие деревья, смотрите. Строители. Только я не знаю, что они делают. Вот сундучки. Вот стройка, короче. Давайте попрощаемся. До свидания, очень красивый. Надеюсь, скоро у вас будет красивый дом. Да, давайте, пока. Пока. Смотрите, у нас тут деревню обновили. То есть изменили тут практически инфраструктуру. Вот эти дома больше всех изменились. Пойдемте. Там купила что-то. Так, смотрите, телефонная будка. Площадка. Мой новый переезд там, короче. Разница всякая. Так, смотрите. Камера какая-то. Домик. Нет никого. А вот это мой. Я здесь давно жил. Его тут отреставрировали. Нифига ремонт. Даже увеличили в размерах. Я бы хотел бы себе такую избушку на курьих ножках. Очень. Пойдемте. Смотрите, вот церковь тут. Пойдемте ко мне в старый дом. Он прям самый старый, а вот очень. Так, стоп, это что, мой дом залило? Не может быть. Ой, что за течение? Ребята, хочу попасть в свой дом. Ребят, это полный капец. У меня тут весь дом затопило. Ребята, здесь каким-то образом не попадает потом. Это что такое? А что на моем доме камера висит? Надо что-то делать, сушить здесь.
Смотрите, полянку отрастили. Капец. Как такое могло случиться? Смотрите, крышу прорубило. Точно нашел дождь. И видите, у меня железная дверь. Она не пропускает воду, да? Вот здесь у меня нету двери. Я ее забыла установить здесь. Ну что, давайте сушить. Так, ну то есть ведра не черпать. Давайте. Теперь придется деньги на крышу ставить. Тратить. Да капец. Сейчас мы крышу, конечно, заделаем. Тут после того, как деревню обновляли, меня там очень чуть-чуть глазком глядел. Вот мне дали материал на всякий случай. Я вот не знаю, что делать. Надо поставить воду на сушку. Вот так, печки включаем. Так, все. На сушке дом. Идем сюда. Вот. Тут такая реставрация. Очень реставрировали. Но я вообще офигел, то что я очутился в другом переезде. Я так сплю. Капец, у нас там, блин, почти дом построился новый, всю деревню отреставрировали. Уже деревья пооранжевели. Ну, давайте разбираться в новом переезде. Так, вот мы ранцы. Алло, диспетчер. Алло. А почему тут другая будка стоит? Я вот только что проснулся сегодня. Ну смотри. Боже, как тебе сказать? Вот. Блин. Короче. Короче, не понравилась нам эта будка. Понятно. Когда следующий поезд? Поезд следующий. Ой, через минуту ЭД4М-ка едет. Ой, ну все, пока. До свидания. Так, это что? Флажки, ладно. А камера, монитор, чё? Первая камера. Что это такое? Так, третья камера, куриловка. Эти почему-то две сломаны. Четвертая камера, вот, стоит. Так, это тоже куриловка. Это мой дом. Я знаю. Вот, смотрите. Там кто что-то делает.
Так, получается, шестое. Это что? Это от этой будки. Ладно, так, седьмое. Так, а это от моего старинного дома. Ой, реставрированного. Так, как я понимаю, вот эта кнопочка переезд включает. Понятно. Тоже сейчас же до 4М должна подъехать скоро. Ждем. Электричка с опозданием, мне кажется. Ну, здесь сижу еще 10 секунд. Она должна была уже 10 секунд реально назад подъехать. Но она уже не едет, не знаю. Может, вообще не приедет. Диспетчер, она едет вообще? Да, едет. Понятно, диспетчер. А знаете, вот там вот какой-то новенький домик построили. Возле моего адреса едет. Быстрее закрываем. Она едет. Прикольная была. Эй, ты! Что надо? Иди помоги. Что? Кто это там сказал? А, это у вас там жена? Ну да. Короче. Иди к строителям, помоги им. Хорошо. Все, пока. Пока. Давай, иди ко мне, моя женочка, моя любименькая. Ой, вырубаемся. Так, идемте на стройку, помогать надо. Идем на стройку. Дорогу у нас тут изменили. Может, даже испортили. Площадка есть какая-то. Короче, идем на стройку. Ага, уже охранник меня встречает. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня сюда позвали, чтобы я помог строителям. Сказали, типа, они бездельничают. Хорошо, заходи. Так. Так, я понимаю, здесь надо сделать. Так, помогаем строителям. Мне уже выдали. Короче, строим здесь вот эти штучки. Сейчас сказали окна вложить. Эти штуки. И я смогу уже работать дальше. Ребятки, кто хочет часовую серию, ой, часовую версию. Работаю дежурным по переезду. Если вы хотите, то проявите очень огромную активность. Потому что это очень важно. Так, дверь нужно вставить. И окна, чтобы эти не входили строители. Так, выдали дверь. Ну, такая, вот это дом. Так, теперь надо стекла взять. Что-то, что я в креативе. Так. Вставляем стеклышки. Если на этом ролике наберется 500 просмотров, а это возможно, я все
Все, давайте, уходите отсюда. Уходи. Стекла вставляю. Так, давай, входи уж. Эй. Давай уж, входи. Входи, давай уж, А, ну пусть там ходит. Короче, что у нас остается? Так. Крыша. Не, ну крыша мне не говорили. Ну, короче, вот так вот здесь все сделано. Пока что идет стройка. Ну, всем пока, ребят, с вами я был Тиар. И простите за то, что меня не было целую неделю. Зато сегодня два видео. Я живу снова под переездом. Получается, отыгрался за два дня уже. Ну уж извините. Всем пока, с вами я был Тиар. И диспетчер. Всем пока. О, ты уже научился говорить. Да. Кстати, ребятки. Карта у нас... Ну, чисто так. Дополнение. Видите, вот эту карту. Вот это все строилось где-то 7 дней. Но это не прям 7 дней. Я всегда вот так вот каждую секунду строил. Но где-то 3 часа в день я уделяю этой карте. Ну, где-то час я чисто хожу по карте, а так уже вот так. Поезд едет. Поезд едет. Вот. Тут поезд едет. И кто хочет вот такую карту, смотрите, когда я выложу эту карту в общий доступ, пожалуйста, не говорите то, что это ваша карта, потому что мне будет очень обидно, и я кину на вас страйк, если я увижу здесь свою карту. Вы смотрите, вот это вы можете убрать. Реально. Ну, смотрите, вы так просто не отделаетесь. Я добавлю кое-что, что вы не сможете сделать. Вот, карта выложится в общий доступ уже скоро. То есть уже где-то через неделю. Еще одну неделю, и уже будет карта в доступе. Тут уже будет построенный дом, скорее всего. Либо же также будет построенный. Вот, у вас будет все как у меня. Если у вас возникли проблемы, вот, допустим, вы из будущего, да? Если вот я уже вам дал карту. Если у вас возникли проблемы при заходе, типа. Смотрите, сразу говорю. Удаляйте кое-что. Предлагаю вам удалить. Nukem Cars. Попробуйте их удалить после установления всего этого. И у вас получится, скорее всего. А если что, ищите в интернете. Либо я сделаю так, типа, будет только чисто. Если вы хотите, типа, карту без всяких там моих модов, без всяких построек внутри домов, ну, то есть там модовых, да, вот, то я вам дам, это получается, 3 мода я вам просто, ну, короче, дам сколько-то там модов, и вы сами там все захотите, модами своими обустроите. Но это потом все в будущем. С вами был я, нет, не Тиар,
Надо сейчас положить все заново обратно. Так. Так, короче, берем рацию. Скоро не будет уже этого тюнера. Все, всем пока, ребята. Обращайте внимание, то, что там это 4М проехал уже 10 тысяч раз. Всем пока, ребят, с вами я был Тиар и диспетчер. Всем пока. Пока, всем пока.